И здравствуйте, дорогие друзья, с вами Шарк и Поняша. Сегодня мы будем играть в симулятор каканья. Как бы это странно. Мы играем в первый раз. Как бы это странно не звучало, но да. Ну да. Это очень странно. Итак, начнем. Вот наш персонаж. Как тут какать? А, зажимаем пробел, он сырёт. Ладно, у нас всего лишь первый уровень. Мы можем только 11 раз покакать. Фу, брата, как ты воняешь. Да, что-то... О, мы там теперь можем один скилл прокачать. Какашки больше становятся. Ладно, давайте. Это очень странная игра, мне кажется. Суперсила. Смотри. У него так какашки булькают, а вода. Так, теперь вот это. Так, тут тупо какать надо. И все. Ладно, мы тут только должны какать. Так. Огонь. Теперь быстрее сырёт. Сыри, человечек, сыри. Какашки еще больше становятся. Так, ладно. Что-то тут странно. Лампочка висит, наш персонаж. Ссылка на игру будет в описании. Так, теперь еще больше. Какашки какие-то большие. Стали уборки огоненные. Уже 7-й уровень. Продолжаем снимать. Так, наверное, еще 2 уровня и все. Так, ладно. Мы прошли игру, так. Нет, и это игра очень странная. Да, так, что, играет. Что? Да, слупинис. Так, смотри. Давай быстрее. Не удается это делать. Итак, последний уровень и все, я заканчиваю видео, наверное. Эта игра сильно дурацкая, мне кажется. Так. Так, срём. Срём. Чё срём? Так. Да сыри ты уже. Давай, сыри, мужик. Итак, на этом мы уже будем, наверное, заканчивать. Игра странная и дурацкая. И пишите в комментариях, до какого уровня дошли вы. Да, и нравится вам эта игра или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, это видео было маленьким, но все равно пока мне эта игра не нравится. Зачем я ее скачал? Ладно, пока, ссылка будет в описании. С вами был Шарк, пока.